Партнер програми «Теравіва». Партнер програми «Салон краси Мікато». Партнер програми «Караокі-ресторан People». Як казав Оскар Уайльд, якби печерні люди вміли сміятися, історія пішла б іншим шляхом. Сьогодні ми на юбілеї дуета, який 30 років заставляє людей сміятися. На їхніх жартах виросло не одне покоління. Пойдемо посмотрим. Ходімо. Партнер програми «Біжутерія та аксесуари Крем-карамель». Партнер програми «Магазин одягу Анджело». Партнер програми «Хімчистка студія Оскар». Партнер програми – продюсерське агентство «Music Drive». Данілет, це Маїсенка. Маїсенка і Данілет. Це дуже-очень смішно, смішно просто трындець. Настя, Потапе, скажіть, чи б могли витримати на сцені разом 30 років, як Володимир Данілець та Володимир Маїсенко? Это очень сложно. Мы сегодня подходили к ребятам и спрашивали, как вы за 30 лет не поругались? Они говорят, есть у нас секрет. Рецепт, да. Рассказали нам рецепт, мы не поделимся. Но с нами другая ситуация. Дело в том, что если Володя Данилец может перестроиться и взять и снять себе образ женщины, то Настя никак пацаном стать не может и никак не может догнать. Но я очень стараюсь, обычные фишки. А эти телочные истории, они, конечно, доканывают меня очень сильно, а Настя доканывает вот это пацанящее поведение. Поэтому нам очень сложно. У нас год за два, поэтому если в этом году Потапу Насте 5 лет, значит все 10. Я когда узнала про то, что 30 лет уже этому дуэту, я думаю, боже мой, еще 25 вот это вот с Потапом. Работы, да. А потом придет вот это все в пиджачках, сяду с пузами и не хлопать не буду. Когда-нибудь вот это вот будет хиты 2000-х, я буду уже с Ковинчика выходить это там. Это уже не будет, не так уже далеко. Это ужасно. Перспектива не скоро очень. Скоро уже. Мрій про мене, мрій, все, пойдем. Скажите, а через какие причины вы частіше сваритесь, якщо ми про це взагалі? Ну, как это вообще может быть, извини, Потап, я тебя перебью, это вообще может вам быть вообще меня, например, за мелочь вообще, просто мелочь. Например, ну подожди, ну дай договорю, что ты начинаешь мне хандить? Вот была, например, одна ситуация, когда смотрели по телевизору концерт Сосо Павлиашвили, вот, я в жутком настроении, говорю, типа, мне не нравится, а Потап говорит, ты хоть раз видела его живое выступление? Я говорю, нет, все, вот. З того моменту ми не розмовляли два дня. Я нещодавно бачила пародію «Великі різниці» на вашу творчість. Скажіть, як ви взагалі реагуєте на пародію своєї творчості? Нормально, смотря хто зробив це. Якщо це професіонали зробили, то прикольно. Ще дуже складно зробити на нас пародію, тому що ми самі на кого хочеш пародію зробимо. Вот, в чому фішка. І це дуже такий неблагодарний жанр. Але є хороші пародії. Є дівчинка, наприклад, «Большої різниці», яка дуже схожа на Настю. Я сказав, Насті, що якщо ти будеш виділатися, я заберу її петь вместе з нами. Вот... так її копірують, прямо один в один. Ну так, похоже. Я хочу сказать, что у меня такое ощущение, когда делают на нас пародию, мне все время хочется, боже мой, это круто, там для нас это сделали. Вообще не возникало таких ощущений, что там или плохо, или мне не нравится. Ну, это круто. Единственное, что я, конечно, переживаю, что я сейчас там опять что-то не так ляпну, и Потап заменит меня на эту девочку. Ну вот из плохих пародий на Потапа и Настю я могу назвать группу паранормальных, например. Настя, хочу тебя спросить, ты позволяешь себе вот подшучивать над Потапом? Нет, я позволяю себе иногда проявлять свой характер. Потап, разыгрываешь Настю? На сцене бывают у нас зеленые на сцене, концерты, да. Так называемые. Иногда мы убегаем вообще со сцены, оставляем Настю одну. Вот, ну да. Можно сказать, что Настин разговорный жанр не совсем Настин конек, вот, иногда мы оставляем ее минут на 7, вот, и ей приходит вообще одну в, тиши, в тишине. Молодец, она справляется хорошо. Нет, не иногда, а было тогда, когда мы только начали работать, для меня это вообще все было впервые, и они просто оставляли, да, на 10, на 15 минут. Но это был хороший опыт, потому что, да, 10 минут Настя стояла одна на сцене, рассказывала стихи, пела ритноматы моя, в общем, мы угорали с закрытой шторой. Подсматривали за ней, вот, поэтому так прикал. На 1 апреля иногда бывает, мы подшучиваем, когда нужно выезжать на концерт или в аэропорт, или нужно срочно на концерт, звоним друг другу. Чемоданы, например, что-то подкладывают, допустим. Да, однажды мы положили Насте концертный костюм, а не лорак, я помню. Обе были удивлены, да, привет. Да, по поводу шуток, на самом деле, очень много у нас такого было, когда, допустим, мы приезжаем на день и берем с собой только, ну, вот в том, чем ты приехал, да, одежда. И у меня была такая ситуация, когда мы, получается, у нас были номера с маленькой такой тоненькой перегородкой на балконе, вот, и можно было легко зайти через балкон, вот, у меня был открыт балкон, я пошла себе в ванну, закрылась, там моюсь, выхожу и понимаю, что у меня вообще нет вещей, просто ребята украли у меня вещи и стучатся мне в номер и говорят, Каменских, выходи, у нас концерт.
можно? Так же серьезно. Во-первых, женщину это закаляет, воспитывает и самое главное, развивает ее чувство юмора. Скажите, а у вас есть любимое юмористическое шоу? Ну, мне сейчас нравятся очень уральские пельмени, например, это из таких московских. Вот, конечно же, отдельный артист, это кролики, собственно говоря, потому что они наши. Наши, опять же, наши нам нравятся, 95-й квартал. Вот Насте нравится, что Вова Зеленский таким голосом говорит. Мне дико повезло, вообще никто не понимает, что у меня свое личное юмористическое шоу каждый день от Потапа, лично вообще. То есть и не надо вообще, не знаю, там, просить его, чтобы он что-то говорил. Он что-то делает, ходит, там, начинает над всеми шутить, все время прикалывается, поэтому мне этого вообще достаточно. Що ми можемо побажати двом Володимирам, які 30 років ще виступають на сцені? Ну, що можна пожелати двом Володимирам? Володимирам хочу пожелати, ну, во-первых, вони прекрасні люди, великолепні артисти, настоящі артисти. Артисты, которых любят не только в Украине, но далеко за пределами нашей страны, и в России, и в Казахстане, и в Прибалтике, и в далеком зарубеже. Везде, где есть русско-украиноговорящие люди, везде любят наших дорогих родных кроликов. Я им хочу пожелать долголетия творческого, долголетия физического, чтобы их семьи всегда относились к ним так, как, наверное, они относятся к друг другу. А яке місце гумор займає у вашому житті? Ви у своїй родині підсміюєтеся один над одним іноді? Ні, ну, конечно, все нормальные люди, я имею в виду психологически, психически нормальные, обязательно должны шутить, и обязательно должны шутить в первую очередь над собой. Потому что если человек самодостаточен, если он, так сказать, не имеет какой-то звездной болезни, какие-то, он всегда абсолютно спокойно должен принимать в свой адрес какие-то шутки, какие-то, и к этому относиться абсолютно спокойно. Вот я к этому отношусь абсолютно спокойно, и Таисия относится к этому абсолютно спокойно, и мы друг над другом потруниваем, и над мамой тайно, над тещей, и она это абсолютно спокойно воспринимает и отвечает взаимностью. А какие из останніх жартів можете згадати? Теща, вот, кстати, 1 апреля, она любит меня разыгрывать. Причем ей это почему-то каждый год. Я знаю, что 1 апреля, но тещи я не желаю подляны. И она меня один раз разыграла, я был на гастролях за рубежом, мы были стая. Она позвонила, говорит, слушай, а ты машину в гараже оставлял? Я говорю, здрасте, конечно. Говорит, я зашла в гараж, говорит, машины нет. Я говорю, да ладно. И я не врубился, то есть я на своей волне 1 апреля, не 1 апреля. Скажите, а вам в жизни встречался человек с полным отсутствием чувства юмора? Это все равно как нет женщин дальтоников. Дальтоники только мужчины. Да, это болезнь мужчин. Точно так же, как практически у всех темнокожих. Вообще правильно называть темнокожие или афроамериканцы, да, ну, мы скажем, у всех негров, у них у всех есть чувство ритма. А у многих славян, вот белых, да, у них чувства ритма нет. И когда идет музыка там пам-пам-пам-пам, а люди сидят, хлопают пам, вот так вот. Знаете, мимо сада городского бывает и такое. Вот, поэтому я не встречал практически человека без чувства юмора, хотя есть люди, до которых анекдоты доходят там 157-го раза. Бывает и такое. Сьогодні 30 років, як Володимир Данилець та Володимир Моєсенко на сцені виступають. Що ви можете побажати їм у цей святковий день? Ну, во-первых, щоб ці 30 років були тільки началом. Щоб на самом деле вони ще нас довго радували. Не треба загадувати там 5, 10, 15, 30. Ну, хотілося б, щоб цей фонтан юмора, енергії ніколи не прекращався і не ісякав. Кажуть, те, як людина сміється, вона виказує свій характер. Чи можете ви за сміхом людини визначити, якою вона є за характером? Ну, мені кажется, чоловік, уміючий искренне сміятися, знаєте, просто від живота. Мені кажется, що чоловік такого роду не може нічого дурного зробити або пожелати комусь. Мені кажется, що саме плохо не те, щоб зробити, а навіть пожелати. Представляєте, тому що мислі, вони ж там матеріальні. Часто люди сміються для того, аби приховати там страх або певну ніяковість. Що ви переборюєте за допомогою гумору у своєму житті? Ну, ви знаєте, говорять, юмор – це орудие смілих. Поэтому, скорее всего, что позволить себе искренне смеяться могут люди самодостаточные. Потому что, ну, в принципе, как и плакать. Я не стесняюсь ни смеяться, ни плакать. Скажите, пожалуйста, разрешаете людям смеяться над собой? Почему же? Конечно. В принципе, Ян Петрович надо мной смеется каждый день.
Он очень любит посмеиваться надо мной. Но я понимаю, что это от большой любви. Но, конечно, если это не злые насмешки. Злую насмешку я никому не позволю, не прощу, не подарю. Скажите, кого считаете человеком с идеальным чувством юмора? Это Ян Петрович Табачник. Конечно, это не только моє мнение. Петрович, а можна вас запросити до нас сюди? Просто Тетяна нам щойно розповіла, що ви дуже часто над нею підсміюєтесь. Розкажіть, як ви підшучуєте над своєю жіною? Ну, як підшучую? Спочатку був перший син. Підшутив, потім другий. Потім другий, потім третій. Тепер Таня ще шутить, дочку хоче. Ну, да. Одні шутки. А один одного розігруєте? Я пам'ятаю на свій день народження. На свой день рождения я проснулся очень рано, и чтобы не будить Татьяну, я пошел, там умылся, там пришел обратно, лег в кровать, ну лежу. И вдруг, уже прошло где-то минут 20, я лежал там, чтобы ее там не побеспокоить, и вдруг она поворачивается, смеется и говорит: да ты, что ты вообще чувствуешь что-то или нет? Я говорю: что ты должен чувствовать? А она мне купила ящик для часов. Знаете, чтобы вот такой ящик, и положила его между нами. Я, естественно, отодвинулся, чтобы не беспокоить. Этот ящик лежал, и она думала, что я должен был почувствовать ящик. Прям принцесса на горошине, понимаешь? Ну, сказка, да. Только новая интерпретация. Я еще больше вам расскажу. Раз так, хорошо. Давай. У нас был не 1 апреля, а 1 марта. И я решила приготовить Яну Петровичу там, в качестве свадебного подарка, освежить отношения, говорят, лепестки роз. Я собирала очень долго эти лепестки от всех букетов. Если ты помнишь, о чем я говорила. И вот я это усыпала все наши ложи этими лепестками роз. И вот представьте, Ян Петрович такой, знаешь, открывает, просто не так, ой-ю! Что это такое? Что за грязная постель? Мне было искренне обидно. Александр, скажите, насколько для вас важно, чтобы в человеке было чувство юмора? Ой, вы знаете, я, в общем, когда-то учился в военном училище, причем в летном училище, и вы знаете, что оказалось, что в авиации люди без чувства юмора просто не держатся. И мой отец, который пролетал, в общем-то, почти да, 25 лет, он был военный летчик, он был строг, но с чувством юмора, с очень тонким чувством юмора. И поэтому, видимо, это все досталось нам по наследству. Я очень люблю веселых людей, и мне очень нравится, когда я провожу с ними время, это здорово. А вы сами любите подшучивать над окружающими? Ну, сейчас немножко меньше, потому что мы все порознь живем, потому что у нас не хватает времени на то, чтобы общаться. Но когда-то, когда я играл в группах, конечно, это происходили всевозможные вещи, которые мне даже стыдно рассказать. А можете рассказать какой-то смешной? Ну, пожалуйста, ну один, хоть какой-нибудь. Ну, хорошо, я могу рассказать такую вещь. Раньше, чтобы пройти в гостиницу, провести девушку в гостиницу, артистам нужно было сильно постараться. То есть это было практически невозможно. Но поскольку мы были молоды, то, соответственно, девчонки тоже с нами всегда как-то они откуда-то брались, непонятно. Вот. И представьте себе такой номер. Я познакомился с девушкой, веду ее, значит. А все мои друзья подходят к портье и называются Константин Заслонов. Заслон делают вот так. Сразу одновременно человек 10, подходит 10 человек к портье и начинают одновременно ему что-то говорить. Он или она совершенно в шоке, не поймет кого. А тут в это время быстренько проходим. И я иду, не на лифте поднимаюсь, а иду пешком по лестнице. И спускается дежурная по этажу и так на меня смотрит, куда я пошел. Смотрит не на ее этаж. Она кричит: Ивановна, где пошел? Там раз Ивановна встречает, там раз и дальше. Выхожу в самый крайний этаж у меня, значит, и нет моей горничной, значит, она где-то там в подсобке в какой-то. И я бегом, длинный коридор, мы бежим. Я говорю: давай, все, не отставай, быстрее. И я понимаю, что я ключом не попадаю в свою дверь, и уже это поздно, все, и смотрю, здесь рядом приоткрыта дверь, оттуда храп раздается, там дядя какой-то давит сильно на массу. И я говорю: быстро заходи. Она говорит: я быстро, да быстрее, как раз закрыл дверь, открыл, и прям смотрю, уже показывается горничный с милиционером, все как положено. И ко мне стучат. Я говорю: я вас слушаю, что такое? У вас там посторонние? Я говорю: да вы что, Господь с вами? Они входят и обомлели. Ну как, везде посмотрели, нет? На балкон посмотрели, а там пятый или шестой этаж, не знаю. В общем, вот такой был случай. Были ли в жизни ситуации, когда юмор помогал вам пережить какие-то сложные моменты? Постоянно, Господи. Как только плохо, сразу берешь диск Винокура, ставишь, например. А там какой-нибудь там
ну, его просто, у меня много его пластинок. И все, и настроение поднимается сразу. Я очень люблю Володю, я очень люблю Ильченко Карцев, дуэт, который до сих пор, по-моему, так он, в общем-то, непревзойденный. То есть, потому что они были в советское время, я помню, мы где-то гастролировали вместе. И с нами был ансамбль «Таврия», такой ансамбль, это девушки, которые танцуют русские народные танцы. И, значит, они все были накрашены, вот такие ресницы. И они только отработали, мы стояли все за кулисами, и вышли работать Ильченко и Карцев. И они начали работать в собрании на ликероводочном заводе, все вот эти знаменитые их миниатюры. И вот эти девочки, я помню, как они стали в кокошниках. Они не пошли переодеваться, чтобы не пропустить ни одного слова. И они стояли, и у них текла тушь черная, они хохотали до упаду. Они превратились вообще в ужас, непонятно в кого. Поэтому юмор, тем более для нас в гастролях, это всегда очень необходимая штука. Як говорили класики російської літератури, сміхом виправляють вдачу. Як ви вважаєте, над чим в першу чергу можна посміятися в нашій країні? Ну, я думаю, прежде всего посміятися можна над собою. От якщо над собою чоловік сміється, если он ироничен, то я думаю, что публика это воспринимает сразу же. Потому что, ну вот вы, если сегодня видели, я рассказывал про себя. И это ситуация, которая со мной. Они полностью перекладывали это на себя, я видел, публика, и воспринимали. И им от этого было смешно, потому что в ситуации очень люблю и обожаю комедию положения. От ситуации, которая происходила, они на самом деле так и было. Я специально без перчинки рассказывал, но чтобы уж совсем. Расскажите, как произошла ваша первая встреча, знакомство с кроликами? Если не ошибаюсь, то это был всероссийский конкурс артистов эстрады, который не проходил до этого 14 лет. Мы встретились в Москве, и ребята туда приехали. Кстати, я вам скажу, только с Украины меня в этом плане порадовали. Это Андрей Данилко и кролики. Наши, ваши, в принципе. И вот, ну мы тогда вот с того года как бы все и вышли. Кто сегодня вот выступает здесь, в этом прекрасном зале, это, в принципе, лауреаты 99-го года. А что можете им пожелать на будущее? Я хочу прежде пожелать всего, как вам сказать? Вот вы знаете, я сегодня смотрел на них в первом отделении, я думаю, не каждому дано вот так прыгать, выступать, петь, но прежде всего силы, здоровья, потому что они гораздо на выдумку, гораздо на какие-то сочинения новые, и самое главное, что они неустанно работают, прежде всего, над собой, потому что никогда я еще не видел, чтобы они показывали один и тот же номер, где бы это ни происходило. Не знаю, на встрече, в Юрмале, у них постоянно что-то новое, но это дорогого стоит. Юмор – это ваша профессия. Какие вы в обычной жизни? Хорошая. Нормально. Хорошая. Ну, честно вам скажу, вот бытует такое мнение, что там юмористы в миру, да, там в жизни угрюмые люди. Есть, конечно, и такие, но, как правило, вот среди наших друзей, наших коллег очень-очень мало таких. Мы больше веселые, чем. Конечно, нельзя все время быть веселым. Это уже где-то что-то такая кукоечка в Глевахе, да? Вот, персональная, с мемориальной табличкой. Вот. Но в основном мы больше веселые, чем скучные. Владимир, скажите, я знаю, что ваша дочка Ангелина тоже решила работать в разговорном жанре. Вы помогаете ей пробиться в профессии? Вот пусть она сейчас репетирует, а там будем думать, или надо ей помогать дальше, или пусть делает все своим лбом, пробивает потихоньку, пробивает. Ну пусть учится, а там посмотрим. Я знаю, у вас двое детей, между ними суттєва різниця у віці. Вашій доньці Лізі 19 років, а синочку 8. Скажіть, як ви їх виховуєте? З гумором чи не з гумором? Що дозволяєте, що не дозволяєте? Рівню. Але з гумором. Сімейна життя, взагалі вся життя без юмора, тоска зелена. В частності, виховання дітей, так. Да, і через юмор теж, тому що якщо все время ричати, я ж пам'ятаю, по себе, да, я же тоже когда-то был маленьким, скажем так, да, вот, и когда родители там очень как-то строго, сурово наказывают, ты можешь это воспринять, можешь не воспринять, а если тебя высмеяли, да, если тебя высмеяли, это стоит задуматься, конечно, с юмором. В чем успех Володимира Данильця и Володимира Мойсенка? В труде,
Мы все время трудимся, мы все время ищем, мы все время работаем. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы идем вперед, вперед и вперед. И, наверное, в этом наш успех. Может, еще потому, что мы не врем? Ну і хотілося б запитати, яким ви бачите майбутнє розмовного жанру, яким би ви хотіли його бачити? Главное, главное должно быть смешно. Потому что профессия юмориста, это мы говорим всегда сродни профессии сапера. Да, потому что вокалист может спеть веселую песню, может спеть грустную песню. Если там одна как-то где-то, ну второй, не умаляя их достоинств, естественно, то тоже работа не из сладких. У юмориста выход один. Или смешно, или нет. То есть ты наступил, если не смешно, на мине, нет тебя, исчез. Поэтому смешным, и очень хотелось бы, чтобы все-таки, ну, дальше уже не катился юмор. Уже, ну вот, ну, вроде, некуда. Да, уже вот такое впечатление, что дальше некуда. Давайте же возвращаться. Есть тем, я там к молодым обращаюсь, есть тем миллион. Миллион человеческих, бытовых, каких угодно. Ну, еще до ремня. Партнер програми «Теравіва». Партнер програми «Караоке-ресторан «Піпл». Як казали в одному відомому фільмі, розумне обличчя ще не ознака розуму, панове. Усі найбільші дурниці в цьому світі робилися саме з цим виразом обличчям. Улибайтесь, господа, улибайтесь. І щасти вам, до свідання. Партнер програми «Біжутерія та аксесуари «Крем-карамель». Партнер програми «Магазин одягу «Анджело». Партнер програми «Хімчистка студія «Оскар». Партнер програми «Продюсерське агентство «Мьюзік Драйв».